Всем доброго времени суток, меня зовут Сергей, и добро пожаловать на канал Хобба Гибели. И это, ребята, летсплей на игру The Sims 4, и мы играем сегодня в Семейку Крутс с вами. Да, у меня только что был выбор, либо записать Семейку Крутс, либо третью серию на Лимбо. Я выбрал Семейку Крутс, потому что у меня на сегодня очень большие планы. И да, я только что поел орехов, я сейчас кашляю безумно. У меня остался еще сухой кашель от того момента, когда я болел. Поэтому сейчас мне мою жизнь спасает вода. Да. Чтобы не кашлять во время записи видео. Но все равно хочется кашлянуть, потому что что-то типа как бы мешает в горле. Но ладно, вам это не важно, вам это не хочется знать. Все мои кашли будут вырезаться. И это мне не нравится, когда вот болеешь и снимаешь видео, приходится очень много монтажить. Итак, ребята, в сегодняшней серии мы с вами устроим день рождения для нашей Алисы. Да, именно для этой вот девчушки. Устроим сегодня день рождения. Она у нас повзрослеет ровно на один возраст. У нее как раз сегодня прям вот все. Она вот прям почти взросленькая у нас становится. Да. А потом, в следующей серии мы с вами, ребята, уже начнем праздновать день рождения наших двух сестричек. У них тоже через 2 дня будет, уже даже через один день. Да. Как раз в следующей серии у нас будет сегодня сейчас начинается серия дней рождений. Вот, а у парней еще до дня рождения еще очень-очень долго. Итак, наша Алиса сейчас, наверное, создаст мероприятие. Мы не будем долго тянуть, мы не будем просто как-то разглагольствовать. Мы, наверное, запланировать общественное мероприятие. И наша Алиса сейчас начнет приглашать гостей на свой день рождения. Но свой день рождения мы будем с вами, ребята, праздновать, точнее, Алиске день рождения мы будем праздновать с вами, ребят, не дома, как это я делаю обычно, да, а будем мы его праздновать, ребята, с вами в ресторане. Черно-белая вечеринка, пикник с жареными сосисками, домашняя вечеринка, тайная костюмированная вечеринка, пром. А, пром это выпускной. Выпускной вечер. Да, у меня мод стоит на выпускной вечер. Званый ужин, свадьба, день рождения, жуткая вечеринка. Кстати, про этот мод, выпускного, я расскажу вам чуть попозже. Вот, тоже выйдет отдельное видео. Сейчас у нас получается день рождения. Званый ужин, свадьба, день рождения. Поехали. Именинник, мы выбираем нашу Алису. Алиса Крутс. Гости требуются 2, но мы пригласим, наверное, всю свою семью. Кендалл, Роберт, Гарик, Раиса, София. Ну, в принципе, мы, наверное, отпразднуем сегодня день рождения с семьей. Много мы не будем. Так, исполнитель, бармен, нам это не нужно. А можем ли мы выбрать наш ресторан? Бар. Ночной клуб, коктейль-бар. Резиденция Крутс, кафе, бассейн, утесы, вот, ресторан в гостях у Ламы, ресторан, а это наш ресторан, да, Ок Альков, в гостях у Ламы. Давайте, наверное, проведем свой день рождения в ресторане в гостях у Ламы, будет классно, я на это надеюсь. У нас забрали 107 миллионов, супер, сейчас мы быстренько проведем наш день рождения. Надеюсь, он получится удачный. Пока поем. Потому что, знаете, ребята, записывать летсплея — это одно. А когда ты не ешь очень долго, это совсем другое. Поэтому, ребята, берите с собой какие-то крутые штуки, в плане там вкусности всякие различные. И давайте тоже ешьте и смотрите мои видосы. Да. Я всегда ем, когда что-нибудь, либо какие видео смотрю. И самое крутое, что я от этого не толстею. Мне это нравится. Супер. Итак. Мы с вами уже пришли в ресторан в гостях у Ламы. Наша именинница Алиса должна сейчас заказать стол. Бегом. What the hell, кто это видел? Что у тебя... Женщина, только что было. И, скорее всего, сумочка ее мешается. А вот так вот наша... Алиса... Раиса то лысая, это не лысая. Господи, как же моды тупят. Ну ладно, так. Алиса сейчас слегка занята, все равно пытается... Нет.
Взять оплачиваемый отпуск. Они уже все прошли, а наша Алиса сейчас только будет заказывать столик. У нашей Алисы кокетливое настроение, да. Основная цель — задуть свечи на торте. А у нас торта есть? Мне кажется, торта у нас не будет сегодня. Основную цель дня рождения мы сегодня с вами, ребята, не как-то, походу, не отметим. Все равно она грустная. Меня это немножко раздражает. Так. Отлично, нам нужен большой стол. У нас много гостей. Так. Иди. Не можешь не за своим столом? Ну супер просто. Заказать стол. А что, они как бы это? Потрясающе. Ну, девочки, давайте. У нашей Раисы там что-то прям сильно так это. Ноги сходят с ума. Жесть. Что за моды? У меня моды ломают игру. Супер. Надо будет почистить моды. Чтобы вот таких вот глюков не происходило. Это ее левая нога, да, вроде как? Угу. Или правая нога. Это ее правая нога. Почему ты не можешь пойти и заказать стол? Это как-то печально. Они не могут сесть за один большой стол. Это очень плохо. Это вот не продумано в игре. Женщина со сломанной ногой, вы куда пошли? Да, конечно, тут очень стрёмно. Давайте, ребята, наверное, отменим день рождения в ресторане. Закончить рано, да. Алиса зарабатывает 82 миллиона и должна быть в школе через час. Но мне кажется, мы в школу не пойдем. Мы сейчас все вернемся домой. Так. Бегом все домой. И отметим день рождения Алисы дома в нормальной компании. И с нормальными гостями. Да. Итак, мы вернулись, ребята, с вами домой, и надо, мне кажется, переодеть нашу старшую сестру, потому что она лагает только в этом платье. Одежду... Обычная одежда. Переодевайся давай быстрей. Супер. Все, эти джинсы держат ее ноги в покое, поэтому они не выламываются. Так, сейчас нам нужно, наверное, Алисой устроить... Мероприятие общественное. Общественное мероприятие. Давай. И мы устраиваем, ребята, с вами день рождения. Так, день рождения. Требуется именинник. Наша Алиса. Гости. Так, так, так. Так, так. И все. Специалист по кейпингу. Мы, наверное, наймем одного специалиста. Ну, а в принципе, еду и музыку, точнее, не еду и музыку, а... Так, нам нужна наша резиденция. Резиденция Круц. Вот, наш дом. Готово.
И наше мероприятие начинается. Она опять переоделась, у нее опять выламывается нога. Супер! Алиса отправляется в школу. Нет! Алиса! Черт! Как Алиса смогла уйти в школу? Ну, черт подери. А до скольки она в школе-то? В свой же день рождения. Ё-моё. До 7. Ой, это работа до 7. До 15. Не, мне кажется, мы отменяем это дело. Ждем, пока наша Алиса возвращается со школы. И потом устраиваем день рождения. Я сегодня устрою день рождения. Я надеюсь на это. Мне хочется здесь вот дворик обставить, но я жду каталог задний дворик. Поэтому у нас вот двор задний остается пустым. Так, чем тогда -то они у нас занимаются своими простыми делами. Она у нас спит. Давайте, наверное, сделаем так, чтобы... Так, ты просыпайся, иди сюда. Ты тоже иди сюда. Сегодня, наверное, сделаем такой маленький переломный сейчас момент. Экзаменационный день. Алиса знает, что у нее сегодня два экзамена, и один из них будет нелегким. А на подготовку осталось мало времени. Станет ли она готовиться к трудному экзамену, или использует время, чтобы подготовиться к обоим? Так. Она, наверное, готовится к важному экзамену. Так. Алиса получает хорошую оценку на важном экзамене, но она просто... Но на простом ответе так просто ей Но на простом ответе ей так просто не даются. Она получает 4 с плюса из 3. Вздор. Супер. Ну хотя бы 4 с плюсом. Сейчас в моих планах переодеть нашу старшую сестрицу. У нее звонит телефон. Отстань. Просто отстань. Так, сменить одежду. Что, ну, обычная одежда. Пусть будет обычная одежда. Но она нас хочет кушать еще. Супер. Переодевайся. Молодец. Теперь мы берем нашего Роберта. И делаем такое маленькое действие. Романтика. Ой, у нас же не Роберт. Черт, я перепутал персонажей. Ты иди сюда. Вот ты иди сюда. Я перепутал персонажей. Господи. Все, у меня прям уже в голове каша. Мы ждем пока нашего персонажа. Ты, наверное, не знаю, там, присядь, что ли. Пока он идет. Так. Теперь ты иди вот сюда. Теперь мы берем нашего Кендала. И... Другие варианты, наверное, поставим на паузу, пока мы тут изучаем менюшку. А другие варианты, романтика, зачать ребенка, сделать в уху, заключить в объятия, задать рисковый вопрос. А другие варианты. Сделать предложение. Ребят, давайте сделаем в этой серии и предложение, и устроим день рождения для нашей Алисы. Будем уже потихонечку образовывать семейки из нашей семейки Круз. Да, маленькие семейки такие, ячеечки общества. Давайте. Ну давай, Кендал. Я надо делать предложение Алисе. Супер. Я пока пофотографирую, наверное. Так. Итак, он делает ей предложение, она соглашается, да? Супер. Она у нас соглашается на день рождения. Ну, на день рождения, на предложение. Мне кажется, ребятки, мы, наверное, давайте, не знаю, в сегодняшней серии сыграем свадьбу. А потом, когда наша Алиса придет с... А Алиса на день рождения мы, наверное, отпразднуем в следующей серии. У меня по плану вообще было сегодня отпраздновать день рождения Алисы. Но как так получилось, странно. Поэтому, наверное, я сейчас обустрою задний дворик под свадебную тематику. И я к вам вернусь. Ждем свадебную тематику, сейчас обустрою дом и вернусь. Итак, ребятки, я сделал такую маленькую импровизированную свадебную зону. Она мне нравится, и ничего такого тут супер-пупер волшебного, естественного нету. Сейчас наш Кендал пойдет подать еду полностью на все. Везде подадим сейчас еду. Включим музыку. Включить.
Легкая музыка, классика. Классическую музыку, разумеется, мы включим, потому что это все-таки свадьба. Так, Кендалл, давай бегом. Так, что надо фонтанчик, наверное, включить, наполнить фонтан. Фруктовый коктейль. И, наверное, запланировать общественное мероприятие. Данные. Так, стоять. Ты у нас сегодня жена. Ты у нас отправляешься сейчас наверх. Иди сюда. Никакой еды. У тебя свадьба. Никакой еды. Так. Свадьба. 1 000 000 000. Офигеть. Молодожены, это понятно. У нас Раиса и Кендалл. Гости у нас. Раз, два, три, четыре. Ага. А, специалист по кейпингу нам не нужен. Бармен. Мы позовем одного бармена. Константин Петров. Ну, пусть будет Константин Петров. И музыкант. У нас, в принципе, есть наш магнитофон. У нас все нормально. Я там поставил центр. Резиденция Крутс. Мы отпразднуем день рождения у нас, точнее, Новый... Как там? Свадьбу у нас дома. Алиса сейчас в школе. Прогулы станут причиной плохих отметок. Да, прогуляйся. Возвращайся обратно. Так, наша девочка, наша женушка. Сейчас... она уже сразу переоделась в свадебное платье. Давайте, наверное, мы ее подгоним сейчас быстренько к зеркалу. Изменить внешность. Бегом. Мы сейчас и попробуем изменить ей прическу. Даже не попробуем, а мы изменим ей прическу на более свадебную. Потому что с классической прической да, это не дело. Итак, ребят, я не понимаю, почему наша стоит она сменить одежду для праздника. Ой, нет. Сменить одежду на костюм. Так, костюм. Давай переодевайся в костюм. Быстрей. Супер. Мне нравится ее вот такой вот вид. Но она немножко расстроена, потому что она у нас голодная. Алиса, ты чего? Так, наш женишок там уже стоит вовсю бухает. Нового года, господи, что я уже все праздники собрал. День рождения, Новый год. Давайте взять порцию. Просыпайся, чувак. Взять порцию. Начинается тусич. Давай. Тут у нас есть бармены. Заказать напитки. Давайте тусите, ребят. Так, наша сестрица тоже спит почему-то здесь. Так, заказать напиток. Давайте тусить. Так, поговорить с гостями 2 часа. Видите, у нее офигенное платье, и оно мне, в принципе, нравится. Мне нравится этот чувак. У нас крутой бармен, кстати, ребят. Мне кажется, ребят, или у него на лице просто гримаса ужаса от того, что он творит. Мне кажется, он прям вообще, он прям сходит с ума. И он очень сильно боится. Так, ребят, давайте пока все наши кушают. Так, наша невеста, наверное, сходит, уйдет на кухню. Мы ждем нашу Алису, пока она помоется и приступит к трапезе. Взять порцию. Давай, все, хватит там намываться. Ты и так чистая. Алиса, вылази из ванны, пожалуйста. Ну, Алиса застряла в ванне. Выходи, быстрей, иди сюда. Отлично. Так, переодеться ей нужно. Сменить одежду. Костюм. Нет, для свадьбы, мне кажется, этот наряд не подходит. Сменить одежду для праздника. Что у нас там для праздника? Ну, хотя бы так. Заменить. Супер. Так. Иди, наверное, быстренько там. А, у нашей Алисы есть бодрящий напиток. Выпить бодрящий напиток. Ну-ка, пей давай. Быстрей, пей давай. Ну, только нифига не произошло. С ее бодростью. Супер. Ладно, иди быстренько, наверное, заказать напиток. Любимый напиток. Заказать. Бегом. И сейчас наша невеста, точнее, наш муж, начнет говорить с двумя гостями. Выпить напиток. Вот как раз сейчас третий наша Алиса выпить. Так, и, наверное, мы начнем уже... Вот. Точнее, Алиса, а не Раиса. Я вечно путаю. А, вступить в брак с Раисой Царевой. Супер. Так, давай. Муженек. Куда идешь? А, вступить в брак. У него очень плохая бодрость, но мне кажется, ребят... Он сейчас ее позовет? Да, выключай телевизор, правильно. И давайте. Я сделаю, наверное, вот так вот.
Мне нравится. Мне нравится свадьба. Мне нравится все. Эй. Ты чё? Ты чё творишь? У тебя жена у алтаря стоит. Давайте в гости, быстро собирайтесь. Супер! Итак, наша свадебка. Я сейчас наделаю много фотографий, чтобы было что потом вспоминать. Отлично, мне все очень сильно нравится. Наши все гости хотят спать. Да безумие, но, ребят, это свадьба. Алиса тут же написала в Твиттер о том, что у нее женится сестра. Муж хочет у алтаря в туалет. У нас свадебного торта, ребят, не будет, наверное, потому что мы не успеем его приготовить. Так, теперь давай, Алиса, ты одевай ему кольцо. А, все, да? Классно. Пусть влюбленные поцелуются, и основная цель вступить в брак. Отлично. И взять первый... Какая красивая церемония. Кендалл и Риса обмениваются свадебными клятвами. Ну что, ребят, теперь наш Кендалл и наша Раиса муж с женой. Ты куда? А, она хочет тортик взять. Неужели нам торт все-таки приготовили? Да? Кто нам торт приготовил? А, у нас торт, я так полагаю, и был, да, уже? Да, но мы, увы, мы взяли не первый кусочек. Но мы, ребята, можем с вами... так. Мы, наверное, готовить. Пусть наша жена быстренько сейчас приготовит торт, наверное. Бисквитный торт. Давай. Пока у нас свадьба все-таки идет. Мы сейчас быстренько сварганим с вами бисквитник. Давай, вперед. Вперед, вперед, вперед. Готовь. В смысле? Возобнови бисквитный торт, давай. У тебя вон есть стол свободный. Мы пошлем твою работу в пень. Готовь давай. Так, а ты стоять. Иди сюда. Так, пока она готовит бисквитный торт. Да, хоть через стол, хоть мне плевать как, лишь бы она его приготовила. Нам нужно будет поставить на него фигурки свадебные. И взять первый кусочек для того, чтобы наша свадьба стала... Взять оплачиваемый отпуск. Супер. Мы поставили торт в раковину, но ладно. Поставить свадебные фигурки. Угу. Поставила, блин, торт. Классно. Отлично. Так. Ставить свадебные фигурки. Вперед. Да что же это такое-то? Так. Сейчас мы быстренько... иди сюда, не иди сюда, иди отсюда. Так, нам нужно, чтобы она... Понимаю, зачем нам две раковины на кухне? Вот эти кружки должны стоять вообще, по идее, вот здесь. Эти всякие наборы тоже должны стоять где-то вот здесь. Отсюда раковина, перекачуй, пожалуйста, вот сюда.
И наборчик тоже куда-нибудь вот сюда. Тортик вот сюда. Все. Так, теперь давай поставим с тобой фигурки. Ставь свадебные фигурки, потом сходишь в туалет. Потом. Ты не так уж сильно ходишь в туалет, давай. Свадебные фигурки и... Мы должны подождать, пока новобрачные не возьмут первый кусочек. Все, вы должны подождать, пока новобрачные не возьмут первый кусок торта. А. Резать свадебный торт. Супер. Все, взяли первый кусочек мы уже. Отлично. Алиса, точнее, Раиса, пошла сядет рядом с мужем. Опять поцелуй? Они вместе едят торт. Как это мило. Супер. Это типа первый кусочек новобрачных. Офигенно. Классно. Классно, классно. Я упустил данный момент. Не заскринил его. Очень жаль. Так, давай, наверное, наши гости все отправятся спать, потому что все спят уже давно. Уже все наверху, и все уже спят по своим кроватам. Кроватям. Да, раз, два, три. Так, ты здесь. Ты здесь. А ты только идешь спать. Ага. Так, ты иди спать, наверное. Спать сюда. А ты иди спать вот сюда. Так, у одной нашей Раисы все хорошо, кроме с нуждой. С нуждой. Использовать. Сейчас надо доесть торт. Мы выполнили все действия свадьбы. Отлично. Иди сходи в туалет. А потом пойдешь спать. Спать. Все. И на этом, ребятки, наверное, мы закончим нашу серию. Сейчас пройдет, наверное, праздник, пройдет свадьба, мы получим нашу золотую медаль. Потому что свадьбу мы исполнили на ура. А, разумеется, поздравляю со свадьбой, надеюсь, вы и Кендалл счастливы. Разумеется, они счастливы, а меня одолел кашель. Я буду это вырезать теперь и долго-долго монтировать. Так, а что тут наша София? Давайте, наверное, попробуем утешить. Так, и... Другие варианты. Дружелюбные действия. Обнять. Мне, в принципе, нравится сочетание вот этих вот двух персонажей. Было бы классно, если бы они стали мужем и женой в будущем. Романтиком. Хвалить внешний вид. Ну, они оба в костюме, почему бы не похвалить? Спасибо. Дружелюбные действия. Душевный разговор. Пусть они повышают свои дружеские отношения. А, они пришли сюда разговаривать, а они мешают, да? Так, чувак, иди, пожалуйста, наверное, покорми корову. Кормить. Так, теперь ты с ней. Искренний комплимент. Давай ты сделаешь ей искренний комплимент. Куда они все идут? А, они идут все кушать торт. Ладно, она тоже до торт пошла есть. Она пошла в туалет, а он кушать торт пошел. Супер. Так, вот это надо убрать, наверное. Так, а, он тот кусочек торта взял, а не свадебного. Ну ладно. Какая разница? И там торт, и там торт. Так, теперь ты иди к ней, наверное, и сделай потом ей говорить о снах. Все, хватит есть, ты поел? Отлично. Теперь иди к своей будущей жене, потому что я хочу, чтобы они были вместе. Давай, вперед. Ой, что действие отменилось? Говорить о снах. А, он хочет в туалет.
Ну, ребятки, вы меня поняли. Я хочу, чтобы данные два человека были вместе, чтобы они были парой. Разговаривают друг другу спиной. Отлично. Смотрите, давайте похвалим, наверное, ее внешний вид. Потом он просто сходит в туалет и примет пенную ванну. Она у нас вредина. Надо с ней что-то сделать. Ладно. Иди, пожалуйста. Что у тебя, досуг? Так, иди посмотри телевизор. Смотреть канал, боевик. Иди смотри. Все, ребят. На этом у нас заканчивается серия со свадьбой. И серия у нас, и свадьба у нас точнее тоже заканчивается. Это была классная свадьба, она мне понравилась. Мы ее исполнили на золотую медаль. Вот. Супер медаль мы получили. Какая свадьба? Гости были настолько впечатлены празднествами, что даже подарили вашему персонажу несколько бытовых приборов и декоративных предметов. Они находятся в багаже. Ух ты, у нас даже есть подарки со свадьбы. Давайте-ка посмотрим, что нам тут подарили. Нам подарили какую-то фоторамку. А, это не то, да? Наверное, вот у Кендала, да, что-то? Нет? А у кого тогда? Они находятся в багаже. А в багаже у кого они находятся? У Кендала нету ничего в багаже. Так, а у нашей Раисы деталь для улучшения. Что, нам подарили картину? А, фотограф Раиса Царева. Нет, это Раиса сама сделала. Выбить экстракт неудобства. Какой-то экстракт нам там дали. И это все? Это есть подарок на свадьбу? Супер. Ну ладно. Я думал, что-нибудь реально хорошее нам подарят. Нифига подобного. Никто нам ничего не подарил. Так, он спит. Спит. Они спят. Супер. Так, а ты там где? А, ты у нас здесь. А ты разве спать не хочешь? А, у нее питание. Давай, наверное, быстренько сейчас приберешься здесь везде. Убрать и помыть. Сколько там этих стаканов-то, господи. Убрать и помыть. Их тут просто очень огромное количество всяких стаканов, всяких тарелок, кружек после свадьбы. И наша София сейчас приступит к уборке после свадьбы. Тут очень много пропало еды. Давай, убирайся. Она сейчас, походу, все, да, соберет. Это будет хорошо, если она соберет сейчас всю посуду, которая у нас тут есть. И все разом унесет. Супер. Там еще тарелочка на полу. Здорово. Еще здесь. Вообще вот здесь тарелка. Еще вон там пару. Ага. Давай. А, она пошла мыть, потому что у нее, скорее всего, уже не влазит, да? А, еще вон там, а еще вот здесь у нас тарелки. Сейчас она у нас приберется везде. Да-да-да, давай, прибирайся. Так, прибралась. Помыла вручную, там, потому что занята посудомоечная машина. Помыли вручную, так будет быстрее. А, как это мы не успели? Алиса взрослеет. Начало возможной жизни, взрослой жизни. Важут ответственные решения, увлекательные карьеры и больше и большие перспективы. Кто сказал, что 20 лет это не круто? Нам нужно выбрать третий ей. Вот, наверное, она будет. Если она у нас вся такая спортивная, пусть она у нас будет, наверное, танц машиной. Да. Пусть танцует. Теперь наша Алиса. Молодая, супер. День рождения прошел так. Почти что на ура. Так, а ты где? А, ты вот здесь, да, у нас?
Так. Ну, в принципе, ребят, в сегодняшней серии у нас и Алиса повзрослела, мы не успели отпраздновать день рождения ее, и свадьба прошла на ура. Все супер, ребят, мне данная серия понравилась, если вам она понравилась, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал Хоба Гивели. Вас впереди еще ждет много интересных видео, у меня очень много планов. Да, скоро будет видео, в котором будет все зависеть только от вас, ребят. Да, я планирую один проект запустить, поэтому, ребят, если вам нравится мой канал, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, не забывайте репостить мои видео в различные социальные сети. Вам не сложно, мне очень приятно. Все, всем пока-пока, ребят, и до скорых встреч в следующей серии Семейки Крутс. Пока-пока.